Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас новый смартфон Samsung A70. Все ссылки на актуальные цены будут в описании к этому видео. Я очень старался собрать всю информацию о модели, написать сценарий, озвучить и смонтировать данный обзор. Буду очень рад, если вы поставите лайк этому видео. А если вы еще и подпишетесь на канал, то будет просто замечательно. Благодаря 3D-дизайну и стеклянной задней панели телефон удобно держать в руке. Смартфон выпущен в трех цветах – черный, белый, синий. Выберите тот, что будет соответствовать вашей индивидуальности. Размеры смартфона. Высота 164 мм, ширина 77, толщина 7,9 мм, вес 183 грамма. Диагональ экрана 6,7 дюйма, разрешение экрана 1080 на 2400. На большом экране FHD плюс AMOLED безграничном U-экране вы реально оцените эффект полного погружения в происходящее на экране. Смотрите ли вы стриминговый контент или ваше любимое шоу, сверхширокий экран с уникальным соотношением сторон 20 к 9 станет окном в удивительный мир новых визуальных ощущений. Тип операционной системы Android 9 Pie. Электронный сканер отпечатков. Телефон оснащен высокотехнологичной биометрической аутентификацией. Экранный сканер отпечатков распознает ваш уникальный отпечаток пальца. Хотите знать, что может разблокировать ваш телефон одним простым движением? Только вы и больше никто. One UI. Пользовательский интерфейс One UI поможет вам сконцентрироваться на том, что вам действительно важно и нужно. Аппаратное и программное обеспечение работают согласованно с вашим контентом, и нужные функции приложения должны быть всегда под рукой. Используйте ночной режим для более комфортной работы в темное время суток, а четкие и интуитивно понятные визуальные элементы на экране должны стать вашей второй натурой. Защищенная папка – это мощное решение для защиты ваших данных, которое позволяет создать зашифрованное пространство в памяти смартфона для хранения персонального контента, фотоснимков, документов и звуковых файлов, доступ к которым будете иметь только вы. Распознавание лица. Теперь вы можете разблокировать смартфон, просто поднеся его к лицу. Технология распознавания лица гарантирует доступ к телефону только его владельцу, благодаря чему ваши личные данные никогда не попадут в чужие руки. Смартфон оснащен тремя камерами, включая ультраширокоугольную камеру со 123-градусным углом обзора, камеру 32 мегапикселя f1.7 для ярких и четких снимков в любое время суток. Камера 5 мегапикселей, камера предназначена для управления глубиной резкости снимка. Ультраширокоугольная камера для эпичных кадров. 123-градусная ультраширокоугольная камера позволяет делать уникальные панорамные снимки. Снимайте великолепные панорамные сюжеты так, как вы их видите. Третья камера 5 мегапикселей позволяет регулировать глубину резкости снимка как до, так и после съемки. Улучшенная конструкция устраняет нежелательные фоновые шумы с ваших снимков, благодаря чему они выглядят более профессиональными. Все, что вам нужно, это нажать кнопку затвора камеры. Снимаете ли вы еду, вашего питомца или другой любимый сюжет? Функция оптимизации сюжета распознает тип сцены с помощью системы искусственного интеллекта и оптимизирует параметры съемки. Она оптимизирует уровень яркости, насыщенности и другие параметры съемки, чтобы получился снимок, который невозможно забыть. Функция обнаружения дефектов распознает, если человек моргнул, присутствует размытие изображения или засветы. Таким образом, смартфон подскажет вам, что необходимо сделать повторный снимок. В результате вы успеете получить отличный снимок в нужный момент. Благодаря фронтальной камере 32 мегапикселя ваши фотоснимки, сделанные в любое время дня, всегда будут яркими и четкими, и вы всегда будете выглядеть в лучшем виде. Используйте функцию Selfie Focus для управления степенью размытия фона. Теперь у вас есть еще больше способов выразить себя. Создайте и настройте селфи-моджи, а потом отправьте их друзьям, чтобы поделиться своим настроением. И украсьте свои фотографии стикерами с селфи-моджи, фильтрами и штампами. Пусть они расскажут все без лишних слов. Восьмиядерный процессор, 4 ядра с тактовой частотой до 2 ГГц, Cryo 460 и 4 ядра с тактовой частотой до 1,7 ГГц, Cryo 460. Смартфон поддерживает самые современные диапазоны сотовой сети. Встроенный модем может предоставить скорость интернета до 603 мегабит в секунду. Смартфон также оснащен скоростным Wi-Fi 5 Гц и Bluetooth версии 5.0. Емкость 4000 мАч. Аккумулятор емкостью 4500 мАч обеспечит вам заряд на целый день, позволяя насладиться каждым моментом. А супербыстрая зарядка мощностью 25 Вт позволит не выпадать из динамичного ритма вашей насыщенной жизни. Если вы уже успели стать обладателем этого смартфона, то в комментариях к этому видео вы можете поделиться своим мнением об этой модели.
В описании под видео вы найдете ссылки на лучшие цены этого телефона. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!